A princess doesn't cry. Смотрите, такие дела. Мне надо было сделать чехлы на качели наши. И вот, в общем, порезала вот такую вот из ткани. На глаз все делала. Примерные размеры, я вообще не знаю. Вот, сделала такие дырочки с помощью вот этой вот бечевки. Впрочем, буду вот так вот, типа, думаю, завязывать. Мне кажется, неплохо получится. Также сделала со для спинки качели. Вот, вот так вот. Вот так вот это получилось. Вот такая вот красотень. Снизу это вот так вот выглядит, но и со спинки тоже вот так. Вот.